Ну, а тем временем в Махачкале продолжаются проверки предприятий общепита. В связи со сложившейся в регионе эпидемиологической обстановкой на их работу введены ограничения. Контрольные рейды проводят сотрудники администрации города и правоохранители. Отмечу, что предприятия общепита на период объявленного главой Дагестана режима повышенной готовности и самоизоляции населения могут заниматься исключительно доставкой блюд на дом или продажей продукции на вынос. Проверка показала, что владельцы столичных развлекательных учреждений соблюдают требования указа и временно закрыли заведение, либо организовали работу в разрешенных рамках. В случае выявления функционирования данных объектов, на них составляются акты, а также составляются административные протоколы за нарушение санитарных норм